Всем привет! С вами канал Все про Android, и сегодня речь пойдет о приложении, которое называется Keeper. Скажу сразу, что приложение это своеобразная электронная записная книга для ваших паролей и адресов веб-сайтов, для сохранения паролей и логинов, при помощи которых вы получаете доступ к страницам социальных сетей, к любым торрент-трекерам, на которых там есть синхронизация и авторизация. Ну, скажу сразу, что я думаю, что многие пользователи, кто продвинутый, имеют различные пароли для различных всевозможных сетей, иначе, взломав одну вашу сеть, что не является исключением, можно получить доступ и к другим социальным сетям, и спамить с этих сетей. В общем, получив доступ, возможности будут не ограничены. Поэтому вот такое вот приложение, которое поможет вам, сделав единожды одну настройку, добавить пароли для сайтов, на которых вы логинились, такую своеобразную записную книжку, которая хранит информацию о ваших паролях и логинах для всевозможных сайтов в зашифрованном виде. Приложение существует для персонального компьютера. То есть все, что необходимо сделать, это создать свою учетную запись, что можно сделать как из Android приложения, так и из веб-версии. Удобнее, я думаю, что будет поработать в веб-версии, потом синхронизировать все записи и все пароли для ваших веб-сайтов, веб-сайтов социальных сетей будут всегда у вас под рукой на всех ваших устройствах. То есть, зайдя в Keeper на любом устройстве, на котором вы установили его под своей учетной записью, вы будете иметь доступ к паролям, которые вы задавали для определенных веб-сайтов. Ну, о регистрации, в принципе, много рассказывать не надо, достаточно создать учетную запись, необходимо ввести адрес электронной почты рабочей, задать пароль для входа в веб-приложение и после этого уже осуществлять вход. Как все работает на смартфончике, сейчас я вам покажу. Сейчас я введу пароль, мы зайдем в основное окошко и я расскажу, как создать, допустим, какую-нибудь закладку для определенного веб-сайта. Вот я ввел пароль, как на веб-сайте, так и на своем смартфоне. И после этого все, что необходимо сделать, это вам добавить новую запись. В новой записи задать имя папки, допустим, папочка, в которой будет храниться. Вот, я создавал папку «Password». Можно сгенерировать случайный пароль, здесь задать имя пользователя и пароль для входа на определенный сайт. То есть, допустим, у вас на ВКонтакте есть уже имя пользователя, пароль, вы здесь это все прописываете, вводите электронный адрес, это можно сделать из любого браузера. Допустим, вы зайдете на своем смартфончике из Google, из Chrome там, или из любого браузера, который вы используете, скопируете этот адрес, вставите его сюда, можете добавить дополнительную информацию, добавить любое поле, и после чего, сохранив запись, вы получите вот такую вот картинку. Вот у меня папочка «Password», я создавал запись для демонстрации того, чтобы показать, как все это дело работает, для сайта с торрентом «Кинозал». Вот название, имя пользователя, пароль, соответственно, здесь вот, если вы нажмете глазик, то этот пароль будет виден, и адрес, веб-адрес для входа в данный сайт. Вот в чем удобство и прелесть, что после того, как вы введете ссылочку, допустим, это будут там «Одноклассники» или «ВКонтакте», то, нажав на вот эту ссылку, вы получаете возможность входа в данное приложение. Вот так все это работает. Выбираете логин, ваш пароль уже
будет, выбираете пароль и осуществляете вход. Вот так великолепно все работает. То есть вам не надо вводить каждый раз подсказки, там думать, что-то копировать. Просто-напросто все это прямо из программы запускается. Достаточно, как я уже говорил, один раз сделать настройки программки, и все это будет активно, и все это будет работать прямо из окна программы Keeper на вашем смартфоне или же на вашем, как все это вот выглядит, на веб-версии. То есть вход мгновенный, откорректировать настроечки, задать параметры. Да, кстати, о параметрах. Здесь я рекомендую, для того чтобы записи хранились не только на вашем смартфоне. Допустим, вы будете создавать учетную запись в веб-версии, что я думаю, что очень удобно, потому что здесь, ну, удобнее и практичнее будет все это дело забивать с клавиатуры. Ну, в принципе, выбор ваш. Неважно, где вы создадите какую-то запись для любого веб-сайта, то ли это веб-версия, то ли это версия для смартфона, после чего вам просто будет необходимо синхронизировать через интернет, вот здесь поставить галочку, свои записи, и на всех устройствах, на которых вы установили программу Keeper, вы получите одно и то же, то есть ваша учетная запись будет создана, и все вкладочки, которые вы создавали, они будут отображаться как в веб-версии, так и в версии для любого вашего устройства. Ну, создавать запись, я думаю, это несложно. Достаточно ввести название, допустим, пускай это будет ВКонтакте там. Здесь вы задаете имя вашей учетной записи ВКонтакте, забиваете пароль, забиваете ссылочку на вход на данный сайт, и после чего, как я уже говорил, у вас получится, да, вот галочку применить, и у вас получится вот такая вот запись. Адрес не забудьте обязательно, URL для входа. Ну, как ввести адрес, допустим, с компьютера, это проще простого, скопировать адрес из верхней строки сайта и добавить вот в это вот место для входа. То есть все очень просто, в любой момент запись можно удалить, изменить, добавить новую, и даже существует возможность поделиться своей информацией с тем, с кем бы вы хотели, допустим, отправить информацию любому пользователю. Ну, не думаю, что кто-то будет раздавать свои пароли. Ну, так, создав один раз, достаточно будет поработать, и потом не надо будет ломать голову, вспоминая пароли, ища бумажечку, на которой вы это дело все записали. То есть создаете новую запись или на смартфоне, или на персональном компьютере, даете название, задаете имя пользователя для входа. Скажу, чтобы обратили внимание, имя пользователя — это ник для входа, допустим, в вашу соцсеть или на какой-то сайт. Здесь создаете пароль, забиваете адрес, после чего сохраняете, если у вас стоит галочка «Синхронизация», синхронизируете, если вы предварительно не включили синхронизацию. И все, и данные для входа на любой сайт, на который требуется пароль и логин, будут всегда у вас под рукой, и, как я уже показывал, вы получите возможность входа прямо из приложения Keeper. То есть не надо будет каждый раз смотреть, забивать, просто вход осуществляйте прямо из Keeper,
И вот, ну, думаю, что приложение очень удобное для тех, у кого множество всевозможных там ВКонтакте, Одноклассники, всевозможные сайты, на которых вы логинились и вводили пароль. Ну вот, в общем-то, наверное, все о данном приложении. То есть приложение очень простое. Достаточно один раз поработать, там, допустим, что у вас там 5-6 сайтов, на которых вы входите постоянно. И если, конечно, вы часто меняете пароли, что рекомендовано для социальных сетей и т.д., чтобы не было взлома. Вот, я думаю, что такое приложение поможет вам иметь всегда под рукой менеджер паролей, логинов и адресов веб-сайтов на вашем как персональном компьютере, так и Android-устройстве. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!